Для чего? Для собственной безопасности, безусловно. Вы знаете, на самом деле, сведениями тех военных действий, которые сейчас происходят, вообще произошло переосмысление вообще способа ведения военных действий. Ведь как развивалась военная мысль в данном случае? Ну, вообще считала, что война и военные действия будут вестись ограниченным контингентом, хорошо вооруженным, высокоточным оружием. Что получилось по факту? По факту получилось, что как была основная сила артиллерии, так и она осталась. Как были важны танки, так и не остались. Были важны мины, заградительные всякие мероприятия, выстраивание эшелонированной обороны, так это все осталось с Первой войны. То есть эта концепция о том, что не будет масштабных каких-то столкновений, все столкновения будут только высокомобильными войсками, она не подтвердилась. Хотя, естественно, смотря на Ирак, там, на Сирию, где велись действия, скажем так, против не очень подготовленного противника, могли создать такое впечатление. И здесь выступает как раз тот момент, когда необходимо поддерживать в соответствующем состоянии обычное вооружение, развивать его, ту же артиллерию, да, ну и снаряды. Снаряды. Что получилось? Что сейчас на Украине практически кончился запас советских снарядов соответствующего калибра. Сейчас в основном воюют натовским вооружением, натовским калибром. Россия нарастила, как говорится, кратно выпуск соответствующих вооружений и патронов, и снарядов. Поэтому, нужно создавать такие запасы. Я понимаю, что может возникнуть вопрос, что это дорого. Но давно было сказано, я не помню с кем, если не хотите кормить свою армию, вы будете кормить чужую.